Дрифт – это одна из дисциплин автомобильного спорта, где пилоты соревнуются в филигранном вождении, проходя при этом каждый поворот в управляемом заносе. В воздухе стоит запах жженого сцепления и горелой резины. Запредельные обороты двигателя и головокружительные заносы – все это синонимы дрифта. За рулем машин настоящие профессионалы своего дела, каскадеры и мастера вождения со своими болидами на «ты». Выйти на ходу из-за руля, при этом не потерять контроль над машиной, для них не проблема. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Машины – чистокровные японцы, но с русским характером. Снаружи самурай, а все, что находится под кузовом, доработано уже в нашей стране. Они подготовлены для дрифта. От облегчения кузова, соответственно, обвесы делали все. Все вручную у нас человек делал. Все элементы, в принципе, перерабатывались, делали, на заводах тащились по чертежам, по заказам. Пару амплитудных поворотов с заносом, и пилоты едут на пит-стоп. Покрышки здесь никто не считает. В этом плане дрифт очень прожорлив. Для дрифта нужны не только специальные машины, но и специальная резина. Вот так выглядит новый баллон. Но после 5 минут езды он превращается вот в такой кусок резины. Это дрифт-шоу посвящено героям Великой Отечественной войны. Каждый автомобиль носит имя героя: Василия Зайцева, Ивана Кожедуба, Николая Гастелло, Дмитрия Лаврененко, Александра Матросова и Александра Покрышкина. Тур «Спасибо за победу» стартовал в Санкт-Петербурге. 17 городов, 13 тысяч километров. Маршрут пройдет по необъятным просторам огромной России. И волгоградцы одними из первых увидели это яркое шоу. Не первый раз, уже приходилось по России смотреть. Очень красивая машина украшена. Это очень патриотичное мероприятие, я считаю. Как бы и надо проводить из года в год. А эмоций, конечно, слов просто нет. Я потрясена очень. Здорово и великолепно. Классные тачки. Каждый день такой видишь. Вообще уличные были какие там зимой там. А так первый раз такое мероприятие. Здесь ничего такого сверхъестественного нет. Просто опыт и профессионализм. Это мое любимое дело, поэтому я думаю... Да, ну, это мне приносит удовольствие. И когда я на треке нахожусь, я получаю исключительно только положительные эмоции. Кирилл Антонов, Павел Карелин, Первый Волгоградский канал.